You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe, it ain't right. Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. И сразу хочу вам задать вопрос. Часто ли вы заказываете на каких-либо сайтах что-либо из товаров? Я имею в виду одежду, уходовую, косметику, декоративную. Сейчас, мне кажется, все больше и больше сайты интернета приобретают такую популярность, что действительно удобно. Можно заказать все, что тебе необходимо. Все, что ты не можешь найти в обычном магазине, да, конечно же, рискуешь. Рискуешь тем, что, например, не подойдет размер. Но если вы носите какую-то определенную модель, определенной марки, при этом она у вас уже, может быть, подизносилась, но вы знаете, что она вам точно подойдет именно такого-то размера, то на сайтах вполне возможно все это найти. Да, и, конечно же, опираясь на отзывы, все, что в комментариях описано, то тоже надо обращать внимание, я не думаю, что там полное вранье. Основываясь на своем опыте, я могу вам сказать, что и ребенку я заказывала, почитав комментарии, и я поняла, какой размер мне нужно ему взять и какую модель, потому что бывает, например, сапожки на узкую ногу не налезут, бывает, что, например, брючки шьют, талия очень узкая, бедра очень широкие. Тоже на все эти комментарии стоит обратить внимание. Ну ладно, это такие небольшие советы по поводу того, как стоит делать заказы именно в интернет-магазинах. Но я вроде бы приспособилась и поняла, что не так все плохо. Почитав отзывы, взвесив все за и против, можно купить вполне себе прекрасные вещи. Да и не только вещи, но и уходовую декоративную косметику. Я вам уже рассказывала в своих видео о том, что заказывала шапку и дутики на Wildberries для Серафима. Нам все подошло, все устраивает, все вполне надлежащего качества для определенной цены. Сегодня расскажу еще об одном заказе. Про носочки, которые заказала Серафиму для детского сада, да и для вообще для носки, немножко попозже. Там целый комплект, 6 пар. Ну и то, что заказала себе. Заказала вот в таком большом бутыле гель для душа. Нивея вообще меня устраивает и по качеству, и по своей консистенции, и по своему воздействию на кожу, я имею в виду гели для душа. Поэтому заказала вот такой вот большой бутыль 750 мл. Это идет гель уход для душа «Нежность и забота». При этом он идет для всей семьи. И стоил он 296 рублей, по-моему, если мне не изменяет память. Я постараюсь вам в информационном блоке под этим видео скинуть ссылочки, какие товары вот на Wildberries я брала. Еще заказала себе шортики. На отзывах там рассказывают, идет вот в такой вот упаковочке на молнии. На отзывах рассказывают девушки, что они эти шорты даже дома носят, потому что они вполне себе плотные. Ткань напоминает что-то между трикотажем и льном среднее. Вот такую вот модель я себе взяла. Я взяла себе 50-й размер. Я ношу 48-й полный, вот такой хороший 48-й. Но я себе эти шортики брала с учетом... Это Серафим у меня кашляет в соседней комнате. Но я себе эти шортики брала с учетом того, что я беру их как пижамные. Поэтому пижамные я все время люблю что-то посвободнее, чтобы не стягивало и не было в обтяжку на фигуре, чтобы лишний раз шовчики вот эти не разъехались. Поэтому мне все понравилось, все довольно-таки качественно, и стоили они 215 рублей. Еще по поводу одежды. Дело в том, что я уже постирала, потому что поносила футболку, и вот сейчас уже дам свой отзыв. Заказала себе вот такую вот футболочку. Она идет вот с такими вот широкими рукавами, при этом еще как манжетка сделана. А ворот
довольно-таки вот такой вот просторный. Эмблема, видите, не облезла после стирки. Если вас смущают, то вот показываю вот здесь низ, вот такой вот не подшитый, ничем не обверложенный, он просто вот такой, как закатанный. Но мне понравилась сама моделька футболки. Я взяла себе размер XL, но учитывая то, что я вам уже сказала, что я ношу 48 размер, она не в обтяжку получилась, свободненько, мне все понравилось. Вот такие вот спортивные штанишки, они идут с кармашками, с лампасами. Я выбрала лампасы именно вот такой вот вариант, белый, черный и красные полосочки. На ноге идут вот здесь вот с манжетой, вот такой вот, но меня все вполне устраивает. Я взяла себе тоже 50 размер, чтобы вот здесь вот на фигуре не были уж прям в облипку, но вполне себе все хорошо село. Вот здесь вот идет такая широкая резинка. Дальше буду смотреть, не перекрутится ли она, не будет ли она вот дальше вот здесь вот ерзать туда-сюда. Но в целом меня все устраивает, вполне все прилично. Правда, не стирала еще, не знаю, как будет выглядеть после стирки. Ничего не прилипает, никакие не ворсинки, поэтому меня все устраивает. На Wildberries заказала Серафиму носочки. Там в упаковке идет 6 пар. Серафим, расскажи, какие тебе больше нравятся. Ну, подожди. Ой. Ну, покажи, какие тебе больше понравились. Вот эти. А, нет, вот эти. Какие, какие? Вот эти. Вот эти. Серафим, больше вот эти понравились. Резиночки, я не скажу, что прям тугие, поэтому очень хорошо ножку давить не будет. А вот на ночь мы будем вот эти надеть. На ночь мы вот эти решили одеть с вертолетиком. То есть они вот все идут разные по расцветке. Мы взяли 14 размер, вполне нормально, на его ножку. Ну, сейчас, Серафим, подожди. Поэтому все хорошо. Это мы тут на полу играем, поэтому вот сразу и рассказываю. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, я вам была полезной, поэтому не переживайте. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я оставлю комментарии. Поэтому не переживайте. Обязательно заказывайте на сайте Wildberries. Я думаю, что вы приобретете очень много нужного себе. Но единственное, хочу еще упомянуть перед тем, как попрощаться и помахать вам рукой. Серафим, ты опять весь в шоколаде. Перед тем, как попрощаться и сказать вам до свидания, все-таки кладите вещи в корзину и периодически просматривайте. Цена на товар может варьироваться как в минус, так и в плюс. Поэтому вы можете не только заказать себе нужные вещи, которые вам необходимы, но при этом еще и сэкономить. Поэтому пока, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии, может быть, что-то вы интересное. И жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Может быть, вы тоже что-то интересное заказывали на этом сайте. Конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о том, что новые видео уже вышли на канале.